Ну а пассажиры междугородних автобусов решили не рисковать и отказались от поездок на время морозов. Из-за низкого спроса на Красноярском автовокзале сегодня отменили 60 рейсов. О других новостях в двух словах расскажем далее. Ни одного пьяного водителя не задержали красноярские полицейские в ночь субботы на воскресенье. Инспекторы дежурили на кольцевой развязке «Шахтеров караульная». За 2 часа они проверили больше 300 автомобилистов. Выписывать протоколы не пришлось. За 3 морозных дня патрулю попалось только 34 нетрезвых водителя. Сборная Украины не будет выступать на зимней универсиаде. Это подтвердил и замминистра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул. Год назад их ведомство запретило атлетам участвовать в любых соревнованиях на территории России. На универсиаде 2017 года сборная Украины заняла 10-е место в неофициальном медальном зачете. Футбольный клуб «Енисей» необычно представил своего нового игрока. Нападающий Александр Соболев стал покемоном из популярного мультсериала. Игрока арендовали у самарского клуба «Крылья Советов». «Енисей» уже не в первый раз оригинально представляет новых участников команды. Так перешедший из «Анжи» Константин Савичев появился в образе Гарри Поттера.